на Синдру, да, я тоже поддерживаю. А там можно зайти сразу на Синдру или нет? Можно сразу направо повернуть, можно сразу на Принцов. Так, а после там Синдры вроде... лич будет доступен или нет? Да, нет. Пока всех не закроем, да ли чё? Да, так до сих пор лич не будет доступен. Там без разницы. Так, кого сумасшедший? Спинкой на херов. Ну, теряешь перед уходом. Ты в танке, да? Лично. Ну, Холли попало 250, и на самом деле там побольше, потому что у него ювелирная тринька 200-го там левела, блядь. Ну, он на инту забит. Да, 44 команды. Смотри, убили. Это пушка не зачарена, блядь. Кто не суманулся, тот лоханулся. Так, Алик, мастер, не трогайте. Мастер, завтра будешь играть? По идее, должен. Со скольки будешь? Ну как проснусь в 2 часа в 1.12? У тебя 5 часов. Блин, это моя гильдия была с Аликом. Сейчас этим нужно выйти. Подзамутить с тобой Ониум, если бы хотели закрыть нам, закрыть. Да, да. Десяточку сам. Может, 25, десятку? Десятку мы можем тоже помочь. Ага, завтра. Сейчас подумаем, насколько. Да хоть Соня, блядь. Может быть, нет, ну, если Сулка за полтора часа пронесем, можно, да. Мы, скорее всего, после Сулка на боковую. Посмотрим, может быть, пронесем сегодня. Все, Орхидея Винсте. Заходи. Подлетает. Сейчас я буквально на минуту отошел. Я внутри на минуту отошел. Дымыч, всем каски. Холипал, всем кулаки, кресты. Холипал, ты в Дискорде? Сейчас кто стоит? Да. Холипал, поставь плюсик, если ты в Дискорде. Либо третий. В Дискорде, я в Дискорде. Третья аура. С тебя третья аура. С танка первая аура меняется на зависимости от боссов. Ну. На сопроты. Все, танки, не стоим, пуляем. Хилы тут. Прохиливаем танка. Один холи палку, и он не хилит. Давай хиль, хиль. Сейчас сдохнет. Надо было писать баян ролл, блядь. А в 10 красной баешки падают? А. Стрэшика. А, блин, я перепутала с печеньками, сори. Кулаков не вижу, холипал на барах. Скелетов убивает. Тяни, тяни паука сюда, ДК. Звезду играем. Кухон убейте. Давайте лучше в Мелизон, там лужи. Ровненько посередине ловушка стоит. Ну, рога снимет. Мне уже репа не надо, снимай на. Рога, иди вперед, снимай, никто вперед не лезет.
брал. Еще одну ищу. Спереди не вижу, она скорее всего сбоку стоит. Мы же их не будем всех. Совушка, осторожно, на ступеньках не юзай Starfall, чтоб боковых не вцепить. Это будет как в прошлый раз. Спереди нет ловушки. Пауков убиваем первым. Тут слуги вообще беспонтовые. Полипал, ты на всех знаешь тактику? Полипал. Есть только на лича, потому что я не знаю, как он тут работает. А тогда на всех. Тут все так же работает, как на других серверах, точнее, как на цепле. А, не, ну я на его закрывал. Я не знаю, как там на его. А лич вас как на него пахал? И в плане? Что ты не знаешь, как на его? Я не знаю, как здесь, на его, я все знаю. Ты как забирай? Пауков, бейте. Там еще ловушка стоит, если что, впереди. Не наступить. Коконы разбиваем. Все люди в коконах. Все, кто без коконов, бьем по коконам, алло. Орхидея, кого ты бьешь? Она, походу, через таб навелась неправильно. Там кокон. Добиваем пауков. Коконы разбивайте. Кто-то БЕшки фармит, что ли, блядь? Или репы. Скелет ебанулся, смотри, назад убежал. Да, он эвейдится, ну. Это что-то сервер, где все эвейдится нахуй. Кстати, насчет БЭшек до ребра они не падают. Видел, падают. Я так что типа именно големы падают? Нет. Типа фарм. Ребра мне упало. 264 пояс на упало. Ребра упало в кольцо на мид. Тут он падает, но очень медленно. Маленький шанс. Очень. Это, блин, была моя единственная БЭшка, господи, за все время. Это 4К на офис стоило. Мне было кольцо упало с этого сквеста, блин. Мне, короче, не упало кольцо, оно упало к какому-то челу, который был весьма богатым, он, короче, мне его... Ой, чё мы не бабы, да? Так бы уже в шоколаде было, да? Да. Блять, хули я переагрил, вон в поле стойки. А чё вы, блять, полезли вперед роги нахуй, ловушки активировали, я так и не понял, блять. Флагу отверните. Прикинь, он, блядь, рассекает, нас же, блядь, встанет, нахуй. Запись.
Ты еще на меня лидера скинул, да? Ты есть лидер. Так я не собирал. Ты собирал. Я помогал тебе. Ладно, да, рыба есть поставил. У кого? Я рыбу поставили, есть. Спасибо доброму человеку. Блин, не успел. Саня, у тебя нету фласки обычной, СПДшной? О, есть, сейчас дам. Все. Каску, кулак покату. Дайте фласку, насколько я. Да. У меня нету больше. А, стоп, шансунку, да? Угу. По бафам вообще, листяк. Спасибо. Поздравляю. Ну чё, давай, экспресс. Три, два, один, пошли. Гера пошла. Стой, стой, стой. Чё ты делаешь, Алиса? Я привыкла просто его далеко отводить, сори. Готовимся, шип. Слили шип. Готовимся, шип. Сняли. Выход. В лужах не стоим. Второй Джерион, что ли? Стали во фрейм босса. Перед лицом не стоим. Шип готовимся. Слили. Сделаем косточку даже. Готовимся, шип. Шип. Пойдет ли череп? Вот в чем вопрос. Чем? Череп это что? Леди. Которая силу атаки дает. Угу. Крит силу атаки про. В лужах не стоит. Забиваем. За спину босс. Как всегда, я говно понес. Топ что нахуй не упал. Ну да, предбес. Череп могу наколдоваться на вопросах. Нов ролим. Дык дэмич. Дарнован. Квазан Дарнован. Окей, тут не порим нахуй квест. Ретриков у нас нету. Ту-ту-ту-ту. Там как-то у нас. Ну, значит, конкурентов порним. Нету. Холи Пал, у нас нужны были ноги. А ты как уж. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Тебе так. Выйдет кого-то или нет? Да, вестника, на самом деле вестника, который рассекает. Ша, подойду, скажу кому. Дай метку, я ебу, кто с них рассекает. С топорами зелеными рассекает.
Дал звезду. Окей. По одному мобу трагарите, блядь, а не весь трэш сразу, как вы любите. Бывает дешево. Так, бьем вот этого моба. Ром, да? Где ром, сука. Тяни дека сюда. Ушли все наверх. На лестницу поднялись, выше лестницы. Хорошо. Вестника, давай, выйди. Ну что? Второго не выйдет? Пускай там будет. Прислужник вроде не увешен, да? Нет. Помощник такой увешен. Блять, никак не могу нахуй докачать этот, ну. Партняшку. Травника качать, пуль не видать. Да у меня две нахуй травничу стоит. Я тебя в шишках вообще не видел никогда. А я уже задрался фармить, я даже не хочу фармить уже. Я ленивый нахуй, ёбок. Как я. Так, Роми тут нет, я буду сейчас нахуй все единственное дролить. Скелетика зашаклить? Кого можешь его зашаклить? Да, то что его этот... Я еще левого. Стойте, блядь. Твою мать. Что вы делаете? Давай вестника нахуй. Вестника, блядь, контроль. Зачем вы так делаете? Совсем страха никакого нет. Эти заявились, хорошо. Морсо, можешь корни кидать в этого? Дарнована. Корни дамажат, мне кажется, циклон лучше. Нет, циклон на 6 секунд, корни на 20 с чем-то, блядь, они его вообще не продвигают. У нас нет ретрика с покаянием. Ну все, ну там тогда в углу его тогда будет по КД держать, не отпускать. Пускай орхидея. Бое, 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 бое. Где? Сейчас, нахуй. Ну, там. Бам сюда, блядь. Бам сюда, на. На ДКшника, кстати, бы одеть его. Ролим. На продаж? Да. Куда хотите. Мосса. А, ребят, полсекунды срочно отошел. Мосса, братан, дашь на ДКшника? На танка. По одной боешке на тело. Больше боешек мосса не получишь. Прода больше не упадет. А, ты оптимист, блядь. Да. Думаешь, ты, сука, еще что-то упадет? Не, пускай он ролит, ты это самое, даст на ДКшника мне танка. Как раз там меткости, блядь, заебись вообще-то. Топовая шмотка на первое время. Ну как на первое время? Да хуя времени. Да, я не буду ролить больше, мне смысла. Я бы бешок, конечно, забрал. Так, в смысле? У меня в целка обычно 6% уклона, а сейчас 3%. Потому что прочитай дебаф, который пишет. Я знаю, у меня обычно 6%, а сейчас 3%. Шмотки поменяла какие-то? Нет. Да поменяла, гонит. Ну, возможно, запах, кстати, те прошлые давали большой. Да не могли они тебе аж на 3% больше давать. Ты в белый цвет да. Поменялся. А, да. Я убрала предчувствие. Сунхоли спека убрала уклон, правда? Угу. Он тебе отдал? Боешку?
Моса отдал ему боевку, да? Не, пока не трогаем. Говори, что да. Сейчас, сейчас. Она как вода будет. Необходимо. Блять, надо было боевку пролить. Если череп не падает, все боешки анрол, короче. А если падает, все мне. Изи. Так, короче, на пол. Никто не падал, да? 38 меткости, как сплощает. Прям все бьем. Так, на дарновании сидит сова, корнюет его. Сейчас. Никто не падает. Сова, ну стойте! Дайте себе твой свой. Вот тут станешь, орхидея. Вот тут его закорнюешь сразу же, вот тут. Сразу видишь его, сразу корнюешь, все. Следи, возьмешь его фокус, смотри, чтобы корни не спали. У кого квест не выполнен, либо отменен, идите отмените, еще раз возьмите. Неудача, если пишут. Лучше здесь всем бить трэш. Трэш, Алиса, блядь, никогда не кидай лужу на Дарнована, я тебя прошу. А то в прошлый раз тоже нам кто-то, блядь, спортил. Трэш все бьют. Трэш все бьют. Кроме клизмы. Клизма в боссе. Сначала с какой стороны вылазить трэш? Слева, потом слева. Справа, лево, право, лево, право. Контроля нету, это изи босс. Даю отсчет. Скоро трэш. Все в трэш. Дарнована не трогаем. Кто трогает Дарнована, минус 100 к кролу, блядь. По жизни. По жизни, сука. Дарнован далеко убежал, он мне просто там сразу в стан отправил. Окей, пускай будет. А где он? Вот вон, он там сзади. Стоит. Не трогайте его, в корнях. Текстуру ушел. А у Ени, давайте рядом. Босса тут нет. Танки сразу на месте, даже слушай, не выводите потом. В центре его не выводите. До трэша 15 секунд, какого хераца там стоит? Босс играем. Готовимся 5 секунд до трэша. Обнови корни. Фанатиков убили быстро. Когда мы пойдем делать ачивки на дракона, да? Быстрее трэш убили. Дарнован не в контроле. Я говорю, роги тоже надо бить, мы не справляемся. Иди бей тоже. Мы стоим, дрочим возле него. На следующий, ну сейчас не будет уже. Дарнована. Так, Элинара, иди сюда, тащи Дарнована на середину. Иди сюда, хватка его тащи. Корни, блядь, снимите как-то. Нормально. Мы не еще дальше. Тяни его. Ну, вот в корнях. Трэш побежал. Пошли трэш. Блядь! Ты напрошел стяжку, прикольно. Чё ты ругаешься? Я, короче, вас случайно притянула, пока он в корнях. Трэш быстрее, Лили. Переводим босса. Сейчас добиваем трэш, переводим босса. Блядь, тут быстрее убиваем. Все в босса. Стоим в луже, хилы прохили. Геру дали. Заберите с меня. Танки заберите. Танки есть? Все, не веди, стой тут на лестнице. Косты сбивай. Кто у нас топовый нахуй от этих, блядь, от духов убегает?
стоим в луже, похуй. Я слышал, лужа варам дает ДПС, но... Били за ней дух. Бля, Войт не перегнал по ДПС. Ля, как я. Бля, череп не тот, да? Подожди. На ретрика прикольный пояс. Даем квест, багруху обмен. Кому а? Надо, на успех ролим. Ясно, где Зинчанг, не нахуй. Ну череп был же, был. Все, блядь, багешка на хонрол, блядь. Амитрин. На успех нужно, не? Кому на успех пояс? 3, 2, 1. Да. Дилдимич нужен, нет? Что за пояс? Кожаный. Ни хрена там. Ставил бы группу лут, чё ты паришься? Он на ретрике нормальный. Блин, пойди нахуй. Хуя мне группу лут, нахуй. Я себе всё на дизенчон. Тебе какой-то толк будет. Этих пробегаем, не трогайте только. Этих можно просто пробежать. А я бы убил. Если никто не тронет. Ради репы разве что. Эти тоже можно. Я открываю сумку и понимаю, что я лох, нахуй. Ну да. А тут все такие. Только он на метрин кто-то вытащил. Алиса. Ладно, бегу через лифт. Чего, это идем с вами на синдру? Да, давайте. Я думаю, она легко убьется. Блин, не еду, нару. Попадали. Так, это 10-й могу чест купить. Ой, бошку могу купить, но толк или есть, или нет. Алиса, ты туда летаешь. На нашем корабле, но сейчас будет учиться на другом корабле. Там есть баг, если чё. Какой забагать этого? Как я этого пидораса зовут на другом корабле Сарафан. Забыл? Вроде не Саруфан. Бронзобарон. Во. Короче. Агришь его и джетпаком на землю не спускаешься. Тогда сколько хочешь, так и можно. Это для нубов. Так, типа. Холик, ты ж сам захилишь без проблем, все правильно? Все взяли ранцы, милики сели в пушку. Подай в пушку, садись, в левую. Милики садятся в пушку только, блядь. А то я знаю в прошлый раз, как было, блядь. Ну а нафига нам сейчас два хила? Ну давай, садись. Мне стерию на пушку кидать или на ролл? Мне нахуй стерию на пушку, блядь. Ну ля, блядь, в каком-то рейде... На Вальку кидай, блядь, подождите, 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 стойте. Я запустил. А, Саня умер, да? А я запустил, блядь. Ну, вроде... Мы будем биться со смертельным врагом. Вот уж мы будем... Ты можешь зайти в инсте? Я в инсте бегу. А, не, стоп, не в инсте, вернее. Так мы уже запустили, пока ты умер, блядь. Как ты летаешь, на? В пушку ты запустил левую, после того, как я упал. В том-то и прикол, я не видел. Ну, я в инсте. В левую пушку сядь. В левую эмоцию садись. Может, нет, кстати, этот, Саня, ты... Может, ты пушнуть, как мы подлетим. Может, но вряд ли, походу. Давайте в одну пушку попробуем. Ага, блядь, ну... Здесь кто там? РДДшники, ты говорил, в пушку или просто? Или вполне. Лачдана, где-то ты пушнула, по-моему. Вот эти мобы, которые вы сказали не бить их, они на меня напали благополучно. Там дело в том, что надо пробежать, пока не бьются с другими. Они поубивали, и, конечно, Теперь я знаю это.
все, отдыхай туда. Ну да. Там не открывайте сундук после убийства. Да открывайте сундук, ну не мочи без. О, да. Нахрена ну мне? Надо. Ты мне дески купишь. Продашь. Мах побежал. Мага, прилетели, убили все. Блять, триньку прожал. Бронзоброда-то забрать надо, не? Я думаю, да. Линара! Линар, ты должна была на корабле уже быть вражеском. Ясно, Дихдым, что ты взял назад. Этот? Назад, назад вернулись. А, вернулись, Элинара, вернись. Рассказываем. Дыгдымиш, ты взял этот пилотку? Угу. Иди туда. Смотри, что он делает там. Орхидею моста попробуешь перелететь потом, когда маг будет и бернет. Заморозка, готовимся. Танк прыгает. Перед лицом моба не прыгаем, не прыгаем. Оружейников милики остались, добили. Дальник. РДДшники по ближнему играем. Если с дальнего борта выпрыгнуть, телепортируют на наш корабль. Ну чё, ДК не будет летать там мобы же? Чтоб меньше бегать. У меня все подряд, что ли, танчик? Готовимся, 5 секунд, заморозка, танк прилетел. Роженников добьете. Бронзоборот бьет миликов. Оружейники первых убили, РДДшники. Всех оружейников напереди убили, блин. Шансунг. Так я бью. Я один. Блять, я перегрев словил нахуй с того всего, блядь. Заморозка 5 секунд, танк прилетел. Оружейников дальних убили, милики, потом прилетаем. Зачем дальних убивать? Это бред. Они растут вон, берсерки уже у них. Готовимся, Мах, танк прилетел. Заморозка 5 секунд, танк прилетел. Упал, сдох. В левую пушку кто-то садитесь. Моса там, например.
Пушку сядь, Маша. Улетите, улети. Не успел. Блять, еще на кораблях не вайпнитесь, на. Пушку сядьте, блять, левую, нахуй. Блять, еще и перегрев словил, на. Пять секунд заморозка. Не успели, нахуй. Не открываем сундук, пока все не прилетят к этому к боксу. А что дальние оружейники делают? Они стреляют ракеты? Да, по всех. Ну и что? Пусть хилы хилят ракеты, нахера их убивать? А, били, потом, они там сжираются в какой-то момент. Если они впадают две берсы, они ваншотят нахуй рейтинг. Понятно. Да, он по 20к залетает. Стали, подбежали к боссу. Портуйтесь. Кто там, Шансунг, ты где? Объясните, Шансунг. Да вон тут. Открываю. Да. Труба упала, блядь. О, дай сюда. Шансунгу, если никому не надо. Блядь, вот это роллы мои топовые. Три, два. Мосса. Да, заебан. Он на свой роли. Да, я понял. Сняв Дизинчан. Так, фулл ребафы раздали, рыбу поставили, еще есть. Сейчас поставлю. Мне краски нет. Кого нет здесь? Рыба стоит. 9 все человек. В Дисе вроде. 9 человек. Ну, орхидеи точно. Дайте нет. Дайте каску. Они через один сидят. Каски разбавили. Орхидея вот рядом сидит. Я тут сижу. Поэтому чините. Их и 9. Чините, если надо, кому мамонт. Не бегай. Мамонта чините, каски раздали. Ой, запусти на. Ну я пока подъездим. Кровь и гроб. Сам запускай. Стоп. А оффхенд никому не нужен был, да? Не, запускается, запускай сам. Иди запусти. Запустил. Это никому не нужно на Солову, блядь, не знаю на кого. Дигдимычу на Холи Пала, блядь. Только Присту подойдет. Сове Присту. Сове подойдет. Сове Присту. Локом, ну, ты дай-то подойдет. Ага. Классно, я дизина. Над Голомагом пойти. Так, мне это призма говорит. Переключаться на трэш. Да. Нельзя босса долбить. Нельзя босса долбить десятки. Это десятка, это либо командная работа, либо мы вайпнемся. Не, я без проблем, просто обычно нас вешают одного, двоих. Не, это 25. Я про скулы даем. Дадите время на агро, правда, 2 секунды, потом даете геру. Каску по мосе. По друидам, хорошо. На сколько там старт, на 18, да? Ну, 20, считай. Исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно плечи во имя короля меча? Гера. Трэш.
Инсу трэш, трэш, все трэш. Трэшся. Трэш. Трэш. Бля, блядь, только 10 камер. Воля упала. Ты так не шути. Мы похороним тебя, как подобает. Так, 3, 2, 1, надеюсь, отдаю. Рядом с матерью и предками. Ролим на танка. Кому это надо? С танков. А ты что, что сумку ролил? На диз. Да. Ты думаешь, тебе на диз или на офспек? Ой, на мейнспек. Лимон. А, на диз? То мне нужны просто на офспек. На руч. А чё, походи сюда на руч. Танковский. Да не, у меня с ними меткости просядет. Чё, пошли валик бить. О, я уже 253-й нормально. Блядь. В танке, блядь. Ещё бы пушку на танке. Мосса, Шансунг, Орхидея. Надеюсь, вы будете в слизней не 80, не 30 тысяч давать ДПСа, как в трэш на суке. Ну-ка, там плохо переключаются. Мы с клизмой мастеролом по 400 тысяч набили по трэшу на сурке. Шансунг 80, Мосса 40, Орхидея 90 тысяч. Я пока его дотами закастовал, вы его сливаете. Сори. На слизней будут больше, давай. А ванна трэш, пока где туча висела. Поворачиваем налево. Про тучу. На это пошли. Про тучу. Ты лево-право путаешь? Нет. А, направо, да. Про тучу, смотрите. Трэш, который на сурке, 90% снижение урона по области. По области это туча, лужа. Это все по области урона. Он на 90% срезан по этим мобам. Не, это я в курсе. Я точечно. Я ладждан говорю про тучу. Не, чем играть? Точечно в трэш? Всё, да. Да, именно всегда точечно. Гневом, блядь, покупает импровизацию. Гнев, звездопад. Всё, звездопад. Спасибо. И звёздный, кто он? Звёздный огонь. Огонь.
То есть, а как... валик бить это какая-то традиция у вас или что? Мне нравится. А, понял. Вопросы больше не имею. Трэш. Охотница, отворачиваем от рейда. Блять, я без фласки бил нахуй, ёб твою мать. Выбираю воительницу, одну ДК. Хилы где? Хили. Одну воительницу забери у меня. Ну, бейте там другую пачку. Как только одну воительницу убивает, можно сводить. Охотник слили. Хил рейдом держим. Ты знаешь принцип, как танчить синдру, Алис? Угу. Я там под спятки была. Убила? Да. Сложно объяснять. На балконе или на лестнице? Блять, ну короче, там примерно посередине, не знаю, как это называется, балкон или на лестнице. ДДшники где стояли? На балконе? Блять, этого я не помню. Ну, тут Лично. Все, которые я тут был, рейды, они танчат на балконе, мастер, если что. А это уже пофикси. Не, ну мы в прошлый раз, когда выбивали, мы были на лестнице, да? Захилить валику, убить совет. Убить Лану, убить Туфу Огнилова, и потом уже решать или Синдру, или Прокость. Ну, давай. Я сделаем. Предлагаю по-свежему на Синдру, наоборот, идти. Да не, если мы пойдем на Синдру, мы потом, блядь, начнем вайпаться на остальных, блядь, я это знаю. Если вы уверены, что с первого трая мы убьем, с первого, со второго, то можно. А так лучше. Шансун был здесь, на самом деле? Да, у меня целка, у меня на фул закрыт. Если все тактику знают, в принципе, можно попробовать. Мне кажется, тут самый тяжелый в этом целка, это именно трэш. Если на трэш никто не вайпается, даже никто не брать, то можно и Синдру убить. Не, ну профи тут жесткий такой. Трэш залились, ебывает писец. А трэш, да, на принцах это норм, прям, типа. Легко контролится. Не, ну, я понимаю, что они легко контролятся, но по факту практика показывает, что не очень. Кто-то шаркался, бьет, и так дальше. Просто контролить надо. Моба, не тактика, а другого. Постою горном, напляю такая, сука. Так, в 243-м я давал спокойно 9-ку, теперь 90-ку, значит, на 4 левела, блядь, один КДПС, что ли, блядь, подросло? Или кто-то стал лучше кнопки жать. Либо просто у нас бафы появились, блядь, которые нужны, блядь. Ну, буду ковриди. Ну, это да. Поэтому я и сказал сделать гибриды, блядь. Там код тоже, и как бы... Да, а что код? Я армс, нахуй. Ну, кровотечение на арм? Втором месте. Я в армии, да? На втором месте у тебя кровотечение, что ты удивляешься? На, нахуй, сказал, блядь, никто не умирает, да? Выхожу, блядь. Забери по колодцу еще одну. То, что меня заебывает, это трэш перед синдрой, нахуй. Вот это меня заебывает. Ой, ты куда? Да ну нахуй, блядь. Так, пока трэш бьёте, меня не пустят, ну я так понял. Алиса, две цели точишь, ЛП-шку в одну, ЛП-шку в другую. Откатилась ЛП-шку в одну, притяжку в третью. Ну, притяжка, блядь. Сорвалось притяжка. Покорю, пока вы бьёте. Я тимел свой ДПС, вырос, был 2к, теперь 3к, прикиньте.
уберите этого придурка с меня. Алло, блядь, два танка. Я специально разожу, чтобы не два вихря. Мастер здесь? Мастер. Он курить ушел, пока мы там бьем. Он сказал. Дюга. Согласен. Пойду че на линию. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите королю Личу. Че, копишка? Где она? Кинула она? Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части тела. Еще и, сука, убили меня, тварь. Спасибо, спасибо. Еще есть интересные вещи? Периодически буду скидывать. Что ты скинул? Типа как кота в мешке, а что, да? А что, да, что подать, то скидываю. Если есть всякий хлам там, ну да, иногда брать данного, тоже проскать. Скидывай мне, блин. Сейчас, подожди, ты где ты? Подожди. Ты бежишь или нет? А я лечу, меня убили, нахуй, под инстон, нахуй. Ясно, понятно. Прикольно лететь на маунте, блядь, мертвым, когда маунт даже крыльями не махает, блядь. И летишь как на пиксель. Ты видел нагу на коне? Это не левый перекур, мне надо было срочно отойти, блядь, маме помочь. Кстати, очень помню, что можно на этом боссе делать за танка. Потому что один раз была. Ты справа танчишь, блядь. Дигдымишь слева. Ну, потрэш убить, все. Трэш танчишь, все. Только истерию на улитру никогда никогда в жизни, блядь.
Ты на кого истерию кидаешь? На Ру. Хорошо. Все, я добегаю, фулл ребаф по мне дайте. Как вы можете пока не ставить, на сентре поставить. Чипить все, пожалуйста. Идем на группу лутим. Саня тут? Угу. С какой стороны? Так, холипал умеешь хилить, Вальк? Поставишь себе ауру коня, будешь в порталах летать собирать. Есть кого еще спек в хила? Шансун? Спек есть, хилить не умею. Похуй. Спек есть. Ну что, три? Там не надо хилить, щитки кидаю, все. Что, щитки? Если ты на рейде прохилишь, то могут даже шаманом они летать вместе. Шмот есть? Да нет у меня шмота. Хорошо, я говорю. Ману резай тогда. А, это же цена, нормально, там даже хилить не надо. Просто щитки кидаешь, блять, обновление по очереди. Диспель болезни. Ну хилить как? Этой. Молитва восстановления кидай. Щитки кидай на танков, на ДД на всех. Если тебя пробивает, можешь связующим. Исповедь кидай, если, блядь, танков пробивает. Да. Алиса, больших отворачиваешь от рейда. Сейчас, погодите, блядь. Че, у тебя фреймов нету? Рейда? Да есть, у меня хилблад, на хрен тебе фреймов вытащу. Хилбот есть, только он у нас... Хилбот удаляй, буду скачай, статуповый. Я с ним поебался два часа, плюнул на этот Вуду. И все. Хер так, Орхидея, тут вы что, по очереди отходите, что ли? Да, Вуду, успокойся. Цепляем. Сводите их, пожалуйста, привет. Не разводите. Большого заберите от рейда. Подавителей слева и справа. Приоритет подавитель, разгром, личи, а потом остальные, да. Пробивайте дымичу, хильте, блядь. Саня, в порталы не заходишь, значит, нахер рейдит сидишь. Да дымичу бежал, не мог. Мелких залили, разгром справа убили. Алиса, ты так и будешь там стоять? Ты еще вон там, встань, где они прям появляются. Нормально будет нам бегать оттуда до сюда. Дай ассист. Пока у меня жопа не сгорела от вас. Я тебе не могу дать пока ассист. Блять, у меня забагался рейд. Хотя. Я не могу. Идею танки понятно. Подавители. Поближе мобов к центру. Чтоб хилы не бегали и ДД не бегали. Но с миллерей. Разгром слева. Там вы найдете спасение, герои. РДДшники Волдырного бьем. Да пусть Фири гуляет там, еб. Че вы, блядь, так отлично? Червей убили. Мага. Взяли, привели в рейд, он взорвал. Что, мешал кому-то, что ли? Танка прохил, где ты стоишь? Успокойся. Подавители. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Справа. Ой, слева, блядь, под разгром.
А вы ешь ли червей? Мага убили. Подавители готовимся. Вышли подавители. Мага слили. Мелких залили. Мага слили. Скажите, когда Пал хилит, начнет МПС куда? Так он уже хилит, но сколько у него стаков? У него 14 стаков, блядь? Подавители убили. Весело. Мага слили. А кто в портал зашел? Сейчас Валдерны взорвется. Там куча меликов. Да проверить, можно ли МХ сбить. Да. Маг слева убили мага. Да, Валдерны справа. Рейнджу ДД добивайте. Мелики нежелательно подходить. Большой вышел, сейчас подавители будут. Подавители вышли. Разгром слева. Под подавителем. Групп лут стоит. Ролим только что кому надо. Давай портал заходи. Вроде не это самое. Даже Геру не давали, в принципе, на хуя. Дохиливай, дай ему, блядь. ДДшники прожали. Ред, блядь, паладины прожали, дали возложение. Так какие нахуй ретики? Нахуй в Геру дали? А чтоб дохилил уже. Ляма сразу. Так что решаем, на кого идем? Я боюсь на Синдру идти. Да я тоже что-то. Ну, бля. Пошли, убьем босса. А нафига мы вообще сюда дошли, если не на Синдру и лич? Нихуя себе, блядь, лук. Запа, надеюсь, никому не нужны. Я дис нажал, если хочу. Кому надо ролить? Что, возвращаемся, короче, обратно. Да смысл, ребят? Вот что в тех этих нам нужно? Нам да, нужно да. Дальше, Синдра да, и да. Дальше. Синдруна. А что смысл, если мы убьем Синдру, а остальных не убьем, блядь, да? Ну так пока свежий Синдру, а завтра добьем уже там, или в какой-то день добьем не уже знаю, чисто лича, да? Насчет завтра вообще, что вы думаете? Да. Давайте сейчас есть запущу. Хорошо, после завтра. Это сделать. Никто не придет. Сегодня, ну, никто не придет на сбор на этот. Это уже 100 раз проверили. Но мы идем пока достаточно быстро. Лучше настраивайтесь на сегодня. Либо мы завтра. Сейчас за 2 часа это все добьем с личом. Либо мы не соберемся, если мы разойдемся.